Дед бурит очередную дырку. Он так интенсивно бурит. Что, нет еще? Нет, надо крошку как бы вытащить чуть-чуть. А-а-а. Знаешь, чтобы ее меньше было. Чтобы ее меньше. Но она вплывет. Но потом ее убирать надо. Что-то глубоко. Вот это кто, знаешь, какой? Да? Да, тут. На таком льду самолеты. На таких, как Серега летает. Можно садить. Да тут как раз много авиаторов. А ну. Что? Что? Поймал? Че, не поймали? Все сорвалось? Это было. Ну, провалилось. Все? Да. Так, лунка готова. Сейчас будет дальше все. Да. Очистить. Теперь немножко ложечкой ее, ложечкой. А водичку эту пить можно, она такая вкусная вообще. Конечно. Я из всех водоемов тут пью водичку всегда, мне очень нравится. Пить не хочется. Пить не хочется. Ледяная, вкусная. Конечно. Вот луночка почти готова. Да. Тут много крошки. Ну ничего. Yeah, I know the road anyway, so gonna end up going shopping or what? No, she's leaving my Nordic center. Всё, луночка готова. Вот такая аккуратненькая.